В Гомеле завершились республиканские олимпийские дни молодежи и республиканские соревнования по троеборью конного спорта. В состязаниях, проходивших на базе областного ЦОРа по прикладным видам спорта, приняли участие 25 спортивных пар. Команда Гомельской области заняла первое место в общекомандном зачете. В личном первенстве олимпийских дней молодежи весь пьедестал гомельский победила Мария Муравьева. На второй позиции расположилась Анна Родионова, на третьей – Ангелина Черняк. Девушки показали лучшие результаты в командных состязаниях. В республиканских соревнованиях по троеборью золото завоевали Александра Ермак и Мария Муравьева. В состязаниях принимали участие спортсмены из Гомеля, Витебска, Минска, Минской области и Могилева.